Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана, и сегодня на моем канале стартует конкурс, в котором одна или один из вас получит вот такой вот крутой бьюти-бокс. И сейчас мы с вами подробно рассмотрим его наполнение. Ну, а теперь поподробнее о условиях конкурса. Он начнется 31 июля, да, сегодня, и продлится до 10 августа. И 10 августа мы с вами подведем итоги, каждый из участников получит номер и рандомно выберем с вами победителя вместе. Условия. Нужно сделать репост этого видео в социальную сеть, но перед этим обязательно подписаться на канал. Это первое условие. Я все условия подробно пропишу в инфобоксе к этому видео. Подписка на канал, лайк этому видео и в комментарии к этому видео мы пишем с вами слово «участвую» и ссылку на пост с репостом, тавтология у нас получается, этого видео. То есть нажимаем на стрелочку под видео, которое называется «Поделиться», и делаем репост в любую для вас удобную сеть – Facebook, Instagram, ВКонтакте. Аккаунт должен быть живой, с вашими фотографиями, не вчера, позавчера заведенный. Это тоже условие. Дальше заходите в свою социальную сеть, видите у себя на стене пост с репостом этого видео, копируете ссылку с него, если вы в браузере, то вверху адресную строку, то есть нажимаете на этот пост и вверху адресную строку копируете. Если вы сидите через приложение, допустим, ВКонтакте, там рядом с постом есть три точечки, на них нажимаете и будет фраза «скопировать ссылку». Вот ее вы копируете и вместе со словом «участвую» под видео оставляете такой комментарий. Все, девчонки, вроде все рассказала. Если что непонятно, обязательно спрашивайте в комментариях. На все постараюсь ответить и подробно расписать вам условия. Давайте теперь перейдем скорее к наполнению. Девчонки, еще один момент. Конкурс по России. Я обещаю, что в будущем у нас будут участвовать и мои любимые, дорогие подписчики из ближнего зарубежья. Я знаю, что вас у меня много. А пока это мой первый опыт, поэтому пока только для России. Вот так выглядит коробочка. Это, кстати, от Style Korea. Мне она очень понравилась. Я думаю, что в такой коробочке получить подарок будет очень приятно. И вот оно наполнение. Вот такое количество безумно крутых и классных средств отправится к одной или даже к одному из вас. Давайте покажу вам каждое средство по отдельности. Девчонки, давайте первое, что покажу, это будут пробники. Пробники Emancy. Это тот уход, который покорил меня просто с первого раза. Emancy – это люксовый уход за кожей лица, и он действительно крутой. Это те крема, которые на вашем лице работают с первого нанесения, это видно. Я хочу, чтобы вы тоже попробовали эти средства. Здесь по три пробника каждого средства. Пробника хватает на несколько раз. То есть вот этих трех пакетиков вам может хватить практически на месяц. Особенно если это крем вокруг глаз для кожи. Так, первое – это у нас эксфолиатор с гидрофильными микросферами и унисферами из целлюлозы для кожи лица. АПХ-систем серия. Это крутые продукты, я уверена, что каждый из них вам понравится. Потом маска для лица плюс клеточное обновление, тоже три штучки. Так, восстанавливающая сыворотка для коррекции преждевременного старения с растительной плацентой. Следующий гель-пилинг с гликолевой салициловой кислотой и салицилатом из ивы. Вот он. Так, эксфолиант с ферментами из плодов граната и черемои для чувствительной кожи. И корректирующий крем для век в области отеков и темных кругов. Ежедневный уход. Вот такой вот вокруг глазок. Очень мне, кстати, он нравится. Так, следующий продукт от Yves Rocher, девчонки. Вот такой вот обалденный гель для душа с кофе. Я знаю, многие его любят и божественно он пахнет натуральным кофе. Поэтому тоже отправляется к вам. От Yves Rocher вот такой вот аромат Garden Party, летний, классный, чувственный, ну, средней стойкости. Ну, ароматы Yves Rocher, девчонки, мне запали в душу. Я надеюсь, что и вам и тоже понравится, и вы оцените по достоинству. Они все такие блестящие, с выбитыми буковками, поэтому даже не видно, как называется, бликует. Следующий продукт тоже от Yves Rocher, это вот такой вот кремушек. Он у нас в слюде, гидровежиталь линеечка, увлажняющий крем с SPF 20. Следующий продукт – это корейский уход, это бренд COSRX. Это у нас кремушек, не кремушек, эссенция, наверное, девчонки. Да, эссенция для лица с муцином улитки. Очень крутой продукт, сейчас пользуюсь таким средством только для кожи вокруг глаз. Я уверена, вам тоже понравится. Так, дальше, Faberlic.
крем с жемчужным эффектом. Мне очень он понравился. Стоит такой в использовании. Это новинка, линейка Bio Glow. Тоже отправляется к вам. И, естественно, мой любимый бальзам «Гладкие пяточки». Девчонки, все закрытое, запаянное. Тоже отправляется к вам. Надеюсь, оцените его по достоинству. Кто не пробовал, прям уверена, что понравится. Так, и три продукта от Avon. Первый продукт – это у нас гель для душа «Инканта». Классный, парфюмированный, очень вкусный, увлажняющий. И два продукта из линейки «Арома Спа». Первый продукт – это спрей «Сладкие сны для тела». И второй продукт – это ночная маска для лица с эфирными маслами французской лаванды и ромашки. Вот так. Вот такое количество очень вкусных, классных средств. В принципе, для любой кожи подходящих. Так что, девчонки, вот такое наполнение у бьюти-бокса получилось. Я уверена, что все эти продукты вам понравятся. Ну, а теперь я желаю всем удачи, кто участвует. Не забывайте ставить лайк этому видео. Все подробные условия будут в инфобоксе. Искренне желаю вам удачи. Пока-пока.